Broil King Keg. Готовьте на гриле по-новому. Привет, я Рич из Broil King. У вас есть опыт приготовления на газовом гриле, или вы хотите перейти на уголь? Или же вы уже вовсю готовите гриль на угле? Как бы то ни было, вы наверняка полюбите грили Broil King Keg. Это гриль для медленного конвекционного приготовления пищи при низкой температуре, который подарит вам потрясающий характерный вкус барбекю. Рассмотрим его основные характеристики. Для начала давайте взглянем на уникальную форму этого гриля, созданного специально для эффективного приготовления пищи методом тепловой конвекции. Конструкция гриля включает в себя двуслойную стальную обшивку и надежную, как в духовке, изоляцию между слоями, позволяющую сохранить тепло и эффективно расходовать топливо. Снаружи корпус покрыт надежным порошковым покрытием, он легко очищается и выдерживает любые погодные условия. Точный термометр, встроенный в крышку, поможет поддерживать ровно ту температуру, которая нужна вам для приготовления пищи. Под крышкой вы обнаружите надежный уплотнитель, не допускающий утечку жара между крышкой и основанием гриля. Вы также заметите верхнюю и нижнюю съемные настраиваемые решетки, с помощью которых на гриле можно приготовить больше пищи и расширить свои кулинарные возможности. Нижняя решетка сделана из прочного чугуна, превосходно сохраняющего жар. Она также придаст вашим блюдам характерный для стейков решетчатый узор. Верхняя решетка изготовлена из качественной хромированной стали. Ее можно отодвинуть в сторону, чтобы добраться до нижней решетки. Это фактически удваивает ваши возможности по приготовлению пищи. На нижней решетке удобно готовить большие куски, например, жаркое или индейское. А на верхней можно расположить кусочки поменьше. Секрет приготовления в Broil King Keg в том, чтобы держать крышку закрытой. Это позволяет лучше контролировать температуру и создает конвекционный поток для равномерного приготовления пищи и отличного результата. Наверху и внизу гриля расположены заслонки для регуляции воздуха, подаваемого в кег. Это основные инструменты для регулировки температуры. Чем больше номер выставлены на заслонке, тем выше температура. Верхняя заслонка изготовлена из прочного толстого чугуна, а нижняя – из качественной нержавеющей стали. Специальный многофункциональный инструмент позволяет эффективно пользоваться Broil King Keg. С его помощью производятся все операции с грилем. Сбоку расположены прочные съемные полки с резиновой окантовкой, на которых вы можете расположить все, что вам понадобится. При этом ручки гриля не нагреваются и всегда остаются холодными. Под ручкой от крышки есть даже удобная открывашка, чтобы вы могли расслабиться, попивая прохладительные напитки, пока в Broil King Keg готовится еда с неповторимым ароматом, характерным для медленного приготовления на гриле. Стойка состоит из прочной стальной рамы и пары крепких колес, позволяющих легко передвигать кег. Приступим к приготовлению на гриле. Давайте взглянем, насколько легко готовить на гриле с помощью Broil King Keg. Перед началом приготовления следует смазать чугунную решетку. Это защитит ее от ржавчины, а пищи не будет к ней прилипать. Также стоит заняться и верхней заслонкой. Перед тем, как разжечь кег, убедитесь, что верхняя и нижняя заслонка открыты настежь. Выставьте заслонки на пятерку. В таком режиме воздухообмен будет максимальный, и огонь легко разгорится. Теперь откройте крышку и снимите обе решетки. Идеальное топливо для кег – натуральный кусковой уголь. В таком угле нет никаких наполнителей или побочных продуктов. А значит, он будет гореть чище, жарче и обеспечивать экономию топлива. Он легко разжигается, и всего через 15 минут можно начинать готовить. Насыпьте уголь на решетку для угля, расположенную на дне гриля. Broil King Keg рекомендует уголь марки Kamado. Убедитесь, что куски угля разного размера. Уголь должен располагаться на решетке небольшой горкой, но не перекрывать доступ воздуха в отверстие по краям. Благодаря своей эффективности, кег использует меньше угля, чем большинство других грилей. Зажгите брикеты для розжига Fire Up и разожгите уголь. Он должен полностью перегореть, прежде чем вы начнете готовить. Чтобы придать вашему блюду дымный аромат, добавьте к углю влажных опилок или щипы, например, Jack Daniels. Установите решетки на место и закройте крышку. Когда температура внутри гриля будет на 50 градусов ниже необходимой, самое время начать задвигать заслонки. Когда нужная температура достигнута, положите то, что вы собрались приготовить, на решетку. Конструкция кег предполагает приготовление пищи с закрытой крышкой, так что постарайтесь открывать ее как можно реже. Когда же это необходимо, важно сперва секунд на 5 приподнять крышку на 5-7 см и только потом открывать ее полностью. Это предотвратит резкий приток воздуха внутрь гриля и минимизирует вспышки пламени. По окончанию приготовления, пока кег все еще горячий, очистите решетки проволочной щеткой, и кег готов для следующего использования. Потушить огонь легко и просто. Закончив готовить, просто закройте крышку и обе заслонки. Оставшийся в гриле уголь можно использовать в следующий раз.
Чтобы убрать пепел, откройте настежь нижнюю заслонку и с помощью специального инструмента соберите пепел в контейнер. Пепел содержит калий, фосфор и другие минералы, что делает его отличным удобрением. Наконец, для защиты ваших вложений накройте Broil King Keg специальным чехлом. Он защитит ваш кег от погодных условий, и вы сможете готовить на нем еще много лет. Возьмите Broil King Keg в дорогу с помощью прицепной установки для фаркопа. Разработанная для быстрой и удобной перевозки кег надежной стальной держателя рассчитана на 3 или 5 сантиметров петли. Перед перевозкой отсоедините полки, а затем вставьте и закрепите верхнюю решетку внизу. Зафиксируйте крышку и задвиньте заслонки. Вытащите стопорные штифты у стойки гриля и попросите друга помочь вам поставить кег на прицепную установку. Закройте кег с помощью тех же штифтов, и можно отправляться в путь. Прицепная установка для гриля очень удобна для поездки к друзьям или на пикник. Это еще одно отличительное преимущество Broil King Keg. Broil King Keg поразительно многофункционален. Это исключительно хорошо сделанный гриль для медленного приготовления пищи при низкой температуре. С его помощью можно коптить ребрышки, которые сами будут отходить от кости, или же вкуснейшую нежную говядину. Жарьте курицу, индейку или любое мясо по вашему вкусу. Пеките пиццу как в духовке, или же приготовьте десерт, например, торт или печенье. Готовьте на гриле все ваши любимые блюда от стейков и филе лосося до фахитос и даже овощей. С Broil King Keg возможности поистине безграничны. Позвольте своему воображению и любви готовить на свежем воздухе, расширить свои возможности приготовления пищи на гриле оригинальным методом конвекционного приготовления на углях. За подробной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору Broil King по телефону 8 800 333 99 12 или на сайт broilkingbbq.com.ru.